Всем привет, я иду со школы, на улице сильный ветер. Я наступила в грязь. Мой ботинок. На улице идут люди, они смотрят на меня как на дурочку. Они так впереди. Нет, это не школьники даже. Вон там вон прошли люди. Я зашла в магазин, купила сока. Сок мой любимый сок. Пью с чай. Обычно пью с чай. Вам, наверное, не видно, когда я вот так поворачиваюсь, да, вам не видно. И это все из-за солнца. Сейчас я когда повернусь вот так, я буду идти домой, вам будет видно. Заранее хочу сказать, чтобы вы подписывались на мой канал, ставите пальцы вверх. Я иду с моей подругой Ритой. Hello. Она меня должна привезти до мусорки. Нет, нет, я там не живу, просто ей далеко идти, где я живу, где она живет. На улице сильный ветер, ужасный сильный ветер. Машины, едущие впереди, впереди и сзади меня, смотрят на меня как на дурочку. Это стыдно. Вообще, я хотела снять это как влог, но я приду сейчас домой и сниму. Ведь вот это снимать. Видео продолжу. Это про мой личный дневник. Дневник у меня сейчас лежит у меня в портфеле. Я буду доставать на улице. Но если не собираюсь, не буду. И простите, что я так долго не снимала видео. Просто у меня не было времени. Знаете, школа, тренировки. Зарядка должна быть на тренировке. Я не буду сейчас снимать. Сейчас приду домой и поставлю зарядку. И я начну снимать зарядку. Все, я пришла домой. Уже переоделась. Сейчас вытащу свою сумку и из сумки вытащу свой дневник и начну вам показывать. Я думаю, сначала я уберусь на столе, так как там крошки, его очень не видно. И там, он, видите, он машинка. Я сейчас уберу, чтобы снимать вам нормальное видео. Нарисую мелом, напишу I love you. Два сценария, одна судьбы, разный взгляд и цвет одной игры. Напишу о том, что ты ушла, но вернулась вскоре навсегда. Ты же рисовала на открытках двери для меня, что впредь закрыты. Не пиши, я приду, my happy end. Поверну все так, чтоб два сердца вновь были стак. Все ведь как в кино, разрешили ждать снять его. Не пиши, the end. Я приду, my happy end. Ты же знаешь, что исправить можно. Зачеркнуть, переписать обложку, переснять все сцены, монологи. Из сюжета вычеркнуть так много. Декорации сменить на осень, о локациях никто не спросит. Разреши мне сделать это тайно, чтоб все получилось как случайно. Не пиши. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста.